обожаю этот момент, когда солнышко выходит из-за линии гор. Чудесный пейзаж. Утро, 22 июля. Мы на стоянке на 2900 Альпийские луга, ущелье Рикчат. Только сейчас вышло солнышко. Вот видно, как вот линия света сейчас от меня уходит к линии гор. Ясное-ясное небо. Наша экспедиция подходит к концу. Сегодня мы спускаемся в поселок Эльбрус, уезжаем в Владикавказ. К сожалению, из-за погоды нам пришлось прерывать нашу экспедицию. Погодное окно закрылось ранее, чем нам этого хотелось, чем это было обещано прогнозом. Но, к сожалению, прогноз не дает стопроцентной гарантии. Поэтому мы немножко печальные, но в целом все равно счастливые, то, что провели это время в горах. Горы то здорово. Гутен морген. Ну что, пора вставать. О, какой тут мужчина живет, а? Большой какой зверюга. У нас последний день. Не говори слово, пас. Да ладно. Вот такой красивый вид у нас на долину Рикчат, Альпийские луга, стоянка. Мы собираемся, пишем тут всякие интересные видосики с лайфхаками. Сейчас палатку просушим, соберемся и пойдем вниз. Несем с собой гору мусора килограммовую. Что нам еще мы добавить? Честные, мы все забрали. Да, мы, кстати, все, весь мусор оставляли на каждой стоянке, ныкали под камушки. А на обратном пути все это успешно забрали. И это очень удобно, чтобы не таскать с собой лишний вес. Это достаточно практично. О, еще один лайфхак. Давай. Ну, не думаю, что это наше изобретение. Но, в общем, все крема от загара, крем для рук, то есть все, что вот зубная паста, все передавливали в такие маленькие тюбики. И, соответственно, все это весит гораздо меньше. Ну, при том, что объема хватает как раз на 10 дней на экспедицию, то есть тех там жидкостей, там кремов, мазей, которые нужны для похода. Очень удобная вещь, тоже рекомендую. Да, ну я, например, такие штуки не таскаю. У меня зубная паста. Сейчас покажу, где моя аптека. Вот моя аптека. У меня зубная паста еще меньше. Юра, смотри, ты видел, да? Я видел, но это типа как... Вот, то есть... Железнодорожные, в гостиницах такие дают. Очень-очень маленький тюбик. Вот и ему такого не хватило. Маленькая зубная щетка, да. И все это помещается в аптечку. Вот, ну мне такой вариант подходит. Кому нужно там больше пасты или побольше щетка посильнее, то там это уже личные предпочтения. Это тоже надо учитывать, конечно. Вообще вес это очень важная вещь. Ребята, работайте с весом, его нужно сокращать. Да, у нас в этом походе вес рюкзаков был 19-20 килограмм на старте. То есть со всем питанием, с общаком, со снаряжением. И мы с грустью смотрели на тех людей, которые несут по 30-35 килограмм на гору. Вот, мы постарались избавиться от всего лишнего, что нам не нужно. Взяли только самое необходимое. Ну и, кстати, все практично, ничего лишнего, да? Да. Никакой лишней еды не было. Вот, есть всякие... Запасные дни аварийные. Да.
Есть всякие ништячки, типа, вот нам очень понравился бурдюк для воды. Если вы идете в двойке, в тройке на гору, то вот такой бурдюк — это просто незаменимая вещь. Он весит там 120 грамм в пакетике, в маленьком. А удовольствие от его использования просто огромные. Неописуемые. Ну, то есть не надо там бегать с котелком, набрал воды и на биваке спокойно пользуешься. И вот такая горелка МСР-реактор, ну, достаточно известная штука, вот, и дорогая. Кипятит воду примерно за 1,5 минуты, такой котелок 1,7, в любых условиях, да, даже наверху. То есть очень быстро, очень удобно, вообще кайф. И весит, самое главное, ну, достаточно хрупкий, конечно, хрупкий материал стенок, то есть он, если с ним бережно обращаться, будет все нормально, если не бережно обращаться, будут вот такие заломы. То есть если где-то передавить снаряжением, то, конечно, он долго не будет жить, поэтому с ним надо очень аккуратно. Горелка туда внутрь убирается, все это компактно складывается. На двойку объем 1,7, прям великолепно. Раньше тормоза носили большие, по литру, сейчас носим вот такие, 0,7. Юра носит еще дополнительную бутылку. Простую. Да, ну тут, опять же, в зависимости от того, кому сколько воды нужно пить. Я, например, пью не часто, мне хватает на переходы, даже если у вас там переходы до 6 часов, ну, мне хватает вот этого 0,7 литров за глаза. Если брать еще с собой дополнительную бутылку, тоже как вариант, бутылка мало весит. Если какой-то длинный переход, можно залить туда воды, и будет дополнительный объем воды. Еще хотели поделиться такой информацией, что начиная с поселка Эльбрус, тропа маркирована синими метками. Но метки нанесены со стороны спуска. Получается, что ты сначала идешь по этим меткам, идешь, здесь тропа уже без меток, проходит там повыше, в сторону перевала Ирикчат. Вот на подъеме уже начинаются метки тоже эти. И вроде бы эти метки должны вести каким-то знаковым местам, там к перевалу, ну, в сторону горы. Но по пути туда... Мы где ошиблись? Мы ошиблись как раз в стороне по пути к перевалу. Там метки ушли наверх, выше, а тропа основная, ну, которая трековая, она идет левее, в сторону прям, ну, напрямую к перевалу. Мы так и не поняли, что это за метки. Когда вес рюкзака играет главную роль, можно сэкономить там грамм 150 дополнительно, не взяв чехол для кошек. Для этого убираем кошки, заворачиваем их в бахилы. Можно так сделать и потом вот это убрать во второй бахил. Ну, как угодно можно на самом деле свернуть. Получается примерно такой же кулек, как с чехлом, но экономия в весе. Этот лайфхак нам подсказал. Вот так обернуть, и получается вот такой кулек. Этот лайфхак нам подсказал один человек. Достаточно удобно и практично. Вот крутяк. Да. У меня еще одна идея есть. Давай. Значит, коврик — самонадувайка. И многие люди переживают о том, что его можно повредить либо на лагере, либо во время перемещения, там, перевозки в самолете и все такое. Еще одна идея гениальная. Берем коврик, берем балаклаву, надеваем балаклаву на коврик. Опа! И толстая, как это называется, балартековская ткань защитит вас коврик во время перевозки, переноски в рюкзаке. Да, но это про переноску в рюкзаке. Ну, да. Расскажи про само использование, опыт использования самонадувайки. Я с терморезом пользуюсь с 2016 года, не конкретно этим ковриком, но под подобным. Не помню, как там он у меня называется. Первое время очень сильно переживал, таскал дополнительное дно для палатки, пытался что-то подкладывать. Ну, некоторые еще ремнаборы таскают. Да. Они там, благо, весят мало, но...
Тем не менее, никаких проблем с этим ковриком не было. И в итоге вот мы с Сашей спали даже просто, когда делали себе стоянку на голых камнях. Единственное, подбрасывали веревки по палатку. И вот и днище палатки целое до сих пор. И коврики, на которых мы спали, тоже с ним никаких проблем не возникало. Так что самонадувайки — хорошие, нормальные, рабочие решения. Да, поэтому, ребята, пользуйтесь самонадувайками. Они мало весят, очень много комфорта на них. Несравнимо с пенками ижевскими, несравнимо, не знаю, ну, опыта у нас каких-то других надувайк нет. Мы вот ходим с терморестом, нам очень нравится. Сами ходим и вам советуем. Да. Суббота, 22 июля. Вышли со стоянки 2900 Альпийские луга, ущелье Рекчат. Двигаемся в направлении поселка Эльбрус. Покидаем этот прекрасный горный массив. Эльбрус, если будет хорошая видимость, еще разочек где-то там внизу ущелья нам покажется. Вот. Ну а так, спасибо этой чудесной долине. Мы едем во Владикавказ. Будем на первый сброс. Мы опять на дороге, так сказать, из синего кирпича, которая нас дважды вела в очень большие заблуждения. Надо попытаться на самом деле выяснить, что же это все-таки значит, в чем сакральный смысл этой трассы 66, ё-моё. Вот. Я надеюсь, что мы правильно идем. Вроде бы не было других каких-то пересечений, ну, да? Сейчас вот географически точно мы идем сейчас, как сказать, по выполаживанию, сбрасываем вниз. Ну, затем бугром, собственно, уже будет нижняя часть ущелья. Мы что, там перекурим уже внизу, когда сбросим, да? Вот эти волшебные синие меточки. Причем они нанесены явно не в этом году. Когда мы были в прошлый раз, в 2020-м, на Эльбрусе с востока, я не помню, чтобы эти метки были, если честно. Я, конечно, мог и забыть, но вот эти метки прям мне ничего не говорят. Вот. О, Ужба! Мы почти пришли к Ужбе. Че, клемуха есть? Блин, времени нету и снаряги нету на Ужбу. Извини, Ужба, в следующий раз как-нибудь. Ну, тоже красавица такая рогатая, да, своеобразная гора. Прям в ней что-то есть. Прям что-то такое прям неземное. Надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже доберемся. Мы уже коровку, да, спустились? Нет, это лага лошадки. Коровки будут на следующем. А, да, лошадки. Коровки, лошадки, я уже одной. Слушай, красивые животные, да? Лошадки, кстати, тут прям, смотри, породистые. Породистые, откормленные прям. Ну что, вода, рыжие, трава. Рыжие вообще вон зачетные, смотри. Она прям отличается от всех. Она может быть беременная, хотя не факт. Дай сейчас еще разочек какую-то на рамочку сделаем. Беденько. Там он черненький есть. Да, же ребеночек. Красота. Погоди. Я сегодня в какой-то веке достал телефон. Ну да. Солнышко. Прям не облачка нет. Тропавод туда ведет вниз. Выходим в низовье ущелья Рекчат. Еще сейчас один будет большой сброс. И мы уже у места нашей первой стоянки здесь.
сделаем привальчик. Сань, как самочувствие, настроение? Вообще отлично все. Там тебя видно, нет? Я не дурак, тебя не спрятал. Все отлично, самочувствие, настроение. Вообще сейчас замечательно. Да. Такая красота. Вот если бы можно было эту красоту унести с собой. Надо учиться получать удовольствие не только от каких-то финальных целей, но и от нахождения в горах. Золотые слова. Вот абсолютно каждую букву поддерживаю. Я точно так же очень люблю горы. И каждая минута, которая здесь проведена, она просто доставляет неописуемое наслаждение. Даже не важно, какая погода, какое настроение, какое самочувствие. Здесь, конечно, на зеленке это просто все как свежий воздух, природа. А там наверху это как какой-то другой мир, другая планета. Да? Да, совершенно верно. Где-то вот сейчас должен открыться еще раз Эльбрус. Космическое сочетание заснеженных вершин, зеленой долины, рек. Куда ты прячешься? Я тебя наоборот хотел снять, а ты тут убежал из кадра. Вот. Продолжаем спуск. Мы уже почти внизу, но вот сейчас один сброс. Такой более-менее протяженный. И мы в нижней части ущелья. Вот. Сейчас где-то вот за этим изгибом горы должен быть Эльбрус. Че, идем, Санечка? Их не видишь сейчас, а облако может быть над Эльбрусом. И если его нет сейчас, это не значит, что там нету ветра какой-то такой погоды, блин. Может, случилось чудо. Но, к сожалению, это уже чудо не для нас, потому что мы спускаемся вниз. Все возможно, конечно. Сейчас спустимся вниз, увидим ясный, спокойный Эльбрус, и он нам показывает язык. Пацаны, ну чё, не допосидели еще пару дней? Ну, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому что случилось, то случилось. Ну, зато у нас есть наши 5000, которые мы в этот раз сходили. Это тоже немало. Прям райские кущи, да? Лошадки пасутся, коровки. Эльбрус еще за горой не виден. Продолжаем спуск. Показалась вершина Эльбруса. Там действительно сейчас ясно. Но неизвестно, что там сейчас на самом деле творится. Водопадик такой чудесный. Еще один брод.
Ну что ж, неприступный красавец. До новых встреч, мы вернемся. Идеальная погода. Если такая была бы у нас ночь штурма. Красивейшая долина, конечно. Очень интересно, конечно. Ну да. Экономить. Нет, ну это... Наша бы душа бы этого бы не позволила. Ну это зависит от человека, понимаешь, ему... Это явно люди, которые наслаждаются атмосферой. Да. И это тоже правильно. То есть ему не только там поставить крестик, блин. Катать вечерочек, это очень важно. Да. Слова такие. Но мы вместо книжек, у нас вот есть ты и я. То есть мы всегда, там есть о чем поговорить. Поэтому мы не прячемся друг от дружки по разным углам палатки, блин, и нормально коротаем вечерочки. Такие тоже туристки гуляют с маленькими туристятами. Вряд ли они куда-то дальше пойдут. Мы вниз, а уже, наверное, четвертая или пятая группа наверх нам попалась, да? Все идут наверх, но надеюсь, им останется хорошая погода. И удача будет сопутствовать. Да, всем удачи, побольше чего солнца, ясного неба. Да, поменьше ветра. И поменьше рюкзаков. Да, веса в рюкзаке. Да. Делайте как мы. Снижайте вес, работайте над снаряжением, отказывайтесь от всего лишнего. Сейчас мы опять на песчаных замках. Опять на синих метках. Опять на синих метках. Мы придумали теперь слово «синяя метка». У нас будет идиома означать, что что-то идет не так и опасность, ну, чего-то такого неправильного. Вот, вот они, синие метки. Вот она, долина поселка Эльбрус. Пахнет хвоей, коровками. И надеюсь, что жареной картошечкой, грибами и форелькой. Вот такая у нас мечта возникла.
Мы почти у финиша нашего маршрута. Вид на отдаленный поселок Эльбрус. Шумит ветер и речка. Как неудивительно, здесь вот сейчас даже свежее, чем мы были выше ущелья Рикчат. Но, видимо, ущелье закрыто, туда ветер сильно не попадает. Начали собираться облачка, солнце еще высоко. Вот. Еще видны песчаные замки. Интересно. Ну вот, внизу поселок Эльбрус. Мы почти спустились. Балдею от стабилизации, которая в GoPro-хе. Ну просто класс, да? Когда что-то пытаешься снять телефоном, вроде бы с хорошей камерой, там, с хорошей картинкой, но видео вообще там, конечно, невозможно снимать. А GoPro вот эта вот малышка, блин, размером как два спичечных коробка, конечно, творит чудеса. Хорошая камера. Забавный факт. Мы прошли всю реку от ее истока за два дня. До места впадения в реку Баксан практически. То есть вся река пройдена нами сверху вниз. Чуть ниже по течению она впадает в Баксан и заканчивается таким образом.